Господин Першин, с вами все в порядке? Варечка, налей еще. Очень надо. Может быть, уже достаточно? Варечка, ну я на свои гуляю. Ну что ты? Слушай, а что мы тут делаем? Пойдем ко мне в номер. Вы извините, но нам запрещено покидать рабочее место до окончания смены. Ну хорошо, ну хотя бы до входа. Проводи. Понимаешь, все эти инструкции, если какие-то проблемы, там штраф, я тебе тройной заплачу. Вот я все улажу. Просто, понимаешь, мне одинок. А иногда так нужно с кем-то поговорить. Извините, но мне дальше нельзя. Ну что ты заладила? Ты должна, Варя, делать все, чтобы гостю, то есть мне, было хорошо. А мне нехорошо, понимаешь? А я хочу, чтобы было хорошо. Я хочу, чтобы стой! Было хорошо! Ну что ты господин, делаешь? Ну кто ж так с девушкой общается? Эта тварь пойдет со мной, ты меня понял? Спокойно. Конечно, пойдет. Варечка, ты ж пойдешь? Да. Ты ублюдок! Проблемы еще? Спокойно. Будут тебе проблемы. Тихо. Вас всех уволят. Тихо. Что здесь произошло? Отойди, дай я. Феликс, вы меня слышите? Феликс. Ацетоном пахнет. Ищи ручку. У вас для обед, Феликс. Скажите. Да. Сергей, как вы объясните то, что произошло? Я обычно держу себя в руках, но иногда просто крышу срывает. Я, бывший офицер, должен смотреть, как вот эта над беззащитной девчонкой издевается. Да, но он клиент. Вы поступили недопустимо по отношению к клиенту. Вы знали, куда идете работать? Да, знал. Но я не могу пройти мимо несправедливости. Все как на автопилоте произошло. Иногда приходится идти на конфликт с собой. Если мне придется поступить со совестью, я лучше уйду. Понятно. А знаете, Сергей, а вы мне нравитесь. Вы поступили правильно. Спасибо. Татьяна. Тань, вы здесь человек новый. Здесь регулярно проводят проверки персонала, вы на очереди. И что? В любой непонятной ситуации действуйте строго согласно инструкции. Я сказал что-то смешное? Вы просите меня действовать строго согласно инструкции, а только что сами ее нарушили. Да, смешно. Просто сделайте так, как я сказал. Хорошо. Я вел дело о самоубийстве Ильи Парфенова. Мне передали, что вы хотели узнать какие-то подробности. Хочу. И даже готов заплатить за информацию. Я не думаю, что я смогу сказать вам что-то новое. Вы дело-то читали? Да, да, конечно. Но мне интересно знать ваше мнение. Мое мнение. Ну что ж, мое мнение таково. Я думаю, что к самоубийству Ильи Парфенова причастен его деловой партнер Роман Полищук. Вот так вот. А почему вы так думаете? Повешенным нашел Илью именно Роман. А потом он отказался давать показания, почему так быстро была проведена сделка о покупке компании. Ссылался на какие-то непреодолимые обстоятельства. Так что... Ну подождите, была же еще нотариус, которая подтвердила подлинность подписи на документах купли-продажи. И она же подтвердила, что он все это сделал добровольно. Нотариус. Нотариус могла быть в сговоре. Мало ли мы таких историй с вами знаем. Ну да. Поговорите с ней. Все, что я думаю об этом деле, это только мое мнение. Доказать-то мне тогда ничего не удалось.
Ну что ж, придется разыскать нотариуса. Тук-тук. Привет. Ты Таня? Привет, Таня. А вы кто? Нет, давай без «вы» на «ты». Я Карина, новая горничная. Мне сказали, что ты мне здесь все расскажешь, покажешь, как работать. Ты же старшая, да? Ну да. Вот. Ну, значит, так. Вот эти полотенца нужно развесить в ванной на полотенцесушитель. Угу. Должно быть два для рук, два для ног, два для тела. Вымыть нужно ванную, раковину, протереть зеркало. Смотри, чтобы не было волос и было все сухо. Понятно. Я пойду пока дам кое-какие распоряжения и вернусь. Хорошо? Хорошо. Не волнуйся, я совсем справлюсь. Можешь не торопиться. Хорошо. Спасибо. Папа, а я могу попросить тебя об одном маленьком одолжении? Ну, судя по твоим хитреньким глазкам, одолжение не такое уж и маленькое. Но проси. Ты обещаешь, что разрешишь? Детка, ну я не знаю, вдруг ты захочешь порулить делами моей компании. А я тебе этого не смогу разрешить. Делами компании нет, яхтой? Да. Ну, в смысле, можно мы с подружками покатаемся на твоей яхте, отдохнем? Когда? Сегодня вечером. Сегодня? Ну, конечно, можно. Ну, давай сделаем так. Я позвоню Василию, и Василий все приготовит. Это тот красивый капитан? Mm-hmm. Пап, я тебя люблю. Ой, Ромка, привет. Анатолий Дмитриевич. А ты почему не сказал, что у папы сегодня будешь? Ой, не успел, наверное. Детка, у нас с твоим женихом совершенно деловая встреча. Я поняла. Тогда я пойду. Позвонишь? Позвоню. Карина, хотела тебе знать, что... В чем дело? Почему ты роешься в чужих вещах? Таня, это не то, что ты подумала, правда. Эта косметичка только что была в твоих руках. Хочешь, меня обыщи? Серьезно, у меня ничего нет, я не брала ничего, правда. Значит так, садись сюда и рассказывай мне всю правду. Из этого номера выходила женщина. У нее такие духи были. Отпад. Но я посмотреть решила. Представляешь, если сюда кто-нибудь другой бы вошел, не я. Что бы было? Тебя вообще кто сюда рекомендовал? Там у парадного входа машина такая красивая, красная стоит. Ее хозяин Дмитрий Кириллович. Ну вот. Короче, у меня был непродолжительный роман с ним. Ну, как роман? Одно свидание. В общем, он меня обманул, не сказал, что женат. А я не такая. Денег мне предлагал, чтобы я молчала. Так переживал, что его семья узнает. Я просто попросила его о протекции, чтобы он меня сюда устроил. У меня отец болен, мать зашивается на работе. Сложно. Если ты скажешь про это, меня уволят. Я не расскажу. Только не делай так больше никогда. Татьяна, зайдите ко мне.
Это лишнее. Вы хотите, чтобы я сделала уборку? Я хочу, чтобы ты взяла эти деньги и забыла о моем ночном посетителе. Но, словом, ты ничего не видела. Я ничего не видела. Отдыхайте. Все будет хорошо. Докатилась. Меня даже горничная презирает. Что, простите? Ну, я вот смотрю на тебя. Ты вся такая. Такая хорошая, такая чистая. Но ведь в тебе тоже есть червоточина, правда? Ну, все люди такие. Расскажи. Расскажи мне о какой-нибудь своей подлости. Осуждаешь. Да. Все осуждают. Я от своих денег бешусь. Вон, мальчика заказываю. Это ваша жизнь. Жизнь? А что ты знаешь? А ты знаешь, каково это ждать мужа, которого любишь, а его все нет? Ты для него пустое место. Тебя нет. Страшно. Вроде ты есть, а тебя нет. Дай таблетки. Эти таблетки нельзя смешивать с алкоголем. Можно, нельзя. Я с ними усну. Ты мне лучше скажи, а что мне делать, а? Есть выход из моей ситуации? Может, вам попробовать поговорить с мужем? Развестись? Начать жизнь с чистого листа? Вы красивая женщина. А с помощью таблеток можно только быстро умереть. Вот. Это и есть выход. Свободно. Мой главный конкурент компании «Гулливер» пытается потопить меня. Плюс у меня произошла заморозка моего нового отеля. Я слышал. Это тоже «Гулливеры»? Нет, это безалаберная строительная компания. Хочу их поменять. Вот как это сделать с наименьшими потерями? Ну, по поводу строительной компании тут все понятно. Гони ты этих прохиндеев в шею, а я сделаю так, что потери будут минимальными. А вот по поводу «Гулливера» здесь разговор особый. Нужно вывести тебя из-под удара. Давай сделаем так. Я волью в твою компанию большую сумму денег, и тогда ты сможешь выйти на прежний уровень. Спасибо, я даже не знаю, как вас благодарить. Делом, Рома, делом. И правильным отношением к моей дочери. Но я ее вроде не обижал. Так ее любить надо. Нежно и трепетно. Она же у меня ангел, понимаешь? Согласен. А скажи мне, Роман, а ты когда Ларисе собираешься сделать официальное предложение? Ну, как полагается, с кольцом, всякое. С кольцом. Ну, конечно, с кольцом. Скоро, очень скоро. Молодец. И запомни, пальчик у нее 16-го размера. Ромочка, ну это же не все еще. У меня к тебе есть одна просьба. Отдай мне в модернизацию управления твоей компанией «Дельта».
Дель, то мы с отцом строили, это для меня не просто компания. Да я знаю, знаю. Царство небесное. Хороший был мужик Евгений. Мы с ним пару раз пересекались, и я до сих пор сожалею, что не успели свести дружбу. Ну, ты пойми, я ж не собираюсь твою дельту по кирпичку разбирать. Я хочу ее просто модернизировать. Понимаешь? Ну, чтобы, так сказать, у нас было больше клиентов, правильных, полезных. Может, теперь с тобой как сообщающие сосуды. Понимаешь? Да, понимаю. Ну, так что, по рукам? Рома, и запомни, что ты теперь находишься под моей личной защитой. Извините, пожалуйста, можно вас спросить? Вы Татьяна Коваленко? Да, мы знакомы? Нет, мне о вас рассказывал наш общий знакомый Ярослав. Я Нина Семашко. Вы девушка Ярослава. Очень Нет. приятно. Ну что вы, мы просто близкие друзья. Работаем вместе, но у каждого своя жизнь. Понятно. Танечка, раз мы с вами встретились, я бы хотела открыть вам одну тайну. Дело в том, что Ярослав очень переживает из-за вашей ссоры. Он бы очень хотел помириться. Танечка, он действительно очень переживает. Он впал в настоящую депрессию, потерял интерес к работе. Странно. На него это совсем не похоже. Мне казалось, я его хорошо знаю. Ну, вы же общались в детстве. Ну да. Я даже была влюблена в него. Но это было до того, как я встретила будущего мужа. Потом Ярослав уехал. Мне казалось, ему очень больно и никогда меня не простит. Но вдруг он вернулся и начал мне помогать. Понимаю, так бывает. Первую любовь забыть невозможно. Ну да, наверное, вы правы. Танечка, позвоните ему, пожалуйста. Он будет очень рад. Ну чего устал? Я своим девицам только в этом магазине цацки покупаю. И скидочка имеется 15%. Давай, давай, давай. Честно говоря, я еще некоторое время хотел холостяком побыть. Ну, официально. Ты видишь, какое дело? Ну, какая разница? Орла в клетке не удержишь. Ты пойми, тылы будут прикрыты с таким тестем, как твой Осачи. Это как нырнуть. Сначала страшно, потом приятно. Пойдем. Ну да, пойдем. Я могу себе представить, что будет, когда до ЗАГСа дело дойдет. Ну что, за штаны тебя, что ли, держать, чтоб в окошко не сиганул? Здравствуйте. Покажите, пожалуйста, вот эти вот кольца. Вот эти. Что ты делаешь? Таблетки меняешь? Да. Зачем? Эта женщина все время мешает алкоголь со снотворным. От такого коктейля можно просто умереть. И что здесь такое? Аскорбиновая кислота. Ты понимаешь, что если кто-то другой зашел, тебя бы могли заподозрить, будто у тебя интерес к этой дамочке? Если об этом кто-нибудь узнает, меня просто уволят, и никто ни в чем разбираться не будет. Да не бойся, я тебя не выдам. Ты же мне не выдала. Я не боюсь. Ну все. Давай я тебе помогу. Татьяна, вы еще долго будете тут возиться? Я заканчиваю. Прекрасно. Сразу отправляетесь в административный корпус на уборку двух кабинетов службы безопасности. Это не входит в мои обязанности. Вы хотите побороться за ваши права?
Послушайте, ну я могу помочь. Я ведь все равно стажируюсь. Спасибо, я сама. Вот и прекрасно. Хорошо. Ты здесь заканчивай, я пойду в административный корпус. В этом корпусе вы еще не убирали? Нет. Отлично. Кабинеты, которые нужно убрать, я вам сейчас покажу. Спасибо. Пойдемте. А я вам говорю, что планирую расширять свою сеть. Да. Я прошу прощения, а кто это разговаривает? Это кабинет хозяина отеля. Вот ключ. Когда закончите, забросьте его на ресепшн, пожалуйста. Не забудьте указать точное время окончания уборки и расписаться. Хорошо. Сергей Николаевич, у себя? Нет, он в пятом отсеке. Роман Евгеньевич, могу вам чем-то помочь? Вызови меня на проходную машину через 10 минут, хорошо? Хорошо. Проблема с камерой А2. Третий этаж, коридор. Нужна проверка. Я схожу, посмотрю, что там такое. Здравствуйте. Добрый день. Привет. Ты чего здесь? Привет. Да вон, смотри, провода перерезаны. Может, случайно оборвалось? Хотелось бы. Ровные края перерезаны, причем совсем недавно. Скажи, а кто здесь работает? Новая горничная Карина. Да, я ее видел. Сереж, а чья это машина такая? Красивая, спортивная, у входа стоит. Красная? Ну да. А это машина жены Ильи Моисеева. Известного футболиста, а что? Да нет, ничего. Спасибо. Нина. Привет. Привет. А я видела твою Татьяну. Таню? Где? В гостинице «Дельта». В «Дельте»? Работает там горничной. Я рассказала ей, как сильно ты переживаешь из-за вашей ссоры. Да? Угу. А она что? Ну, по-моему, она была очень тронута. Я собралась тебе позвонить в ближайшее время. Еще не звонила? Нет. Нин, я очень соскучился. Я тоже. Ну что, как тебе здесь? Нормально. Так, только давай договоримся, что за все плачу я. Да? И не возражаю. Это моя благодарность тебе как наставнице. Присаживайся.
Спасибо. Спасибо. Скажи, почему ты меня обманула по поводу своего покровителя? В смысле? В прямом смысле. Никакого Дмитрия Кирилловича не существует вместе с его шикарной машиной. Та машина, на которой ты показывала, принадлежит другому человеку. И проводок в коридоре могла обрезать только ты. Кто ты? Девочка Карина. Матахари устраивает тебя? Чего ты от меня хочешь? Я с тобой буду совершенно откровенна. Я работаю на конкурентов владельца отеля. Вот это поворот. Да. На каких конкурентов? Для тебя это абсолютно не важно, а важно, что я тебе предлагаю работать со мной в баре. Платят они хорошо. Когда они отожмут отель, то тебя ждет повышение. Не вечно же в горничных ходить. Почему ты мне никогда не говорил, что у тебя был роман с Татьяной? Это Танечка сказала. Она сказала, что была влюблена в тебя, пока не встретила своего будущего мужа. И что ты уехал, когда они поженились. Не пережил измены? Нет. Просто здесь мне предложили очень хорошую работу. А что она там ко мне чувствовала, это ее проблемы. То есть ты хочешь сказать, что между вами никогда ничего не было? Было. Было. Ну, пару раз поцеловались губы, но нам же было по 20 лет. Дела давно минувших дней. Предание старинное глубокое. Послушай, Ярик, если я только узнаю, что ты подбиваешь к ней клинья, я вышвырну тебя как щенка и из своей жизни, и из своей фирмы. Нина. А ведь это чуть ли не твоя идея была заставить меня залезть к ней в постель. А теперь ты меня хочешь к ней приревновать? А что я могла думать, если ты мне толком ничего не рассказывал? Ну, так рассказывать нечего. Ну, гуляли. Обнимались. Поцеловались пару раз в губки. А потом она встретила своего Витюшу. И все. Адьё. И вот и вся любовь. А ты был слишком стеснительный, чтобы просто взять и завалить ее при встрече, да? Давай еще раз. С самого начала. Это была твоя идея, чтобы я поехал к ней и попросил продать ее отель. И написать это чертово заявление в полицию. Так? Так. Это была твоя идея, чтобы я пригласил Таню вместе с пацаном сюда, к себе домой. И какого черта весь этот наезд на меня? Что? То есть ты хочешь сказать, что я дура? Спасибо тебе, Ярик. Видишь, какие интересные глубины открываются в наших отношениях. Видишь, как ты заговорил. И вообще все так забавно. То есть ты хочешь меня убедить в том, что у вас ничего нет. Вы живете вместе, ругаетесь, разъезжаетесь. Ты хочешь вывести ее из игры. Так ведут себя только влюбленные. Ревнуешь?
Я? Горничная? Ну, еще совсем недавно она была хозяйкой отеля. А, понятно. Пошел вон. Дорогая, ты чертовски прекрасна в гневе. И что я должна делать? Мне нравится ход твоих мыслей. Значит так, у тебя есть доступ во все номера. Тебе нужно просто установить микрокамеры в номерах, чтобы они записывали, чем занимаются постояльцы. Особенно, чем они занимаются в постели. А ты не очень рискуешь, предлагая мне такую работу? Нет. Я тебе даже больше скажу. Я абсолютно уверена, что ты согласишься. Я просто потрясена твоей наглостью. Ну, моя наглость тебя совершенно не должна волновать. Но если ты мне скажешь «нет», то завтра владельцы и постояльцы отеля узнают, что заботливая горничная меняла лекарства в их личных аптечках. Неизвестно, что полиция обнаружит в этих баночках. Может быть, там правда наркота? А на них твои отпечатки пальцев. Так что подумай. То есть все-таки шантаж? Ну, а как без него? Конечно. Я так понимаю, у твоего сына родственников нет? И заботиться о сироте будет некому. Чтоб тебя... Ты что-то недосказала по поводу... Ярослав, это я, Таня. Таня. Танечка, привет, прости, не узнал тебя. Слушай, надо встретиться, поговорить, очень надо. Давай, я могу завтра. Очень хорошо. Я тебе утром позвоню. Договорились, пока. Пока. Прошу. Ларочка, у меня для тебя сюрприз. Рома, что здесь происходит? Сейчас узнаешь. Спасибо. Боже мой, какая красота! Ларочка, выходи за меня замуж. Я согласна. Танечка, здравствуйте, я вас по силуэту узнал. Владимир. Не нужно никаких отчеств. Давайте я вас подвезу. Да нет, мне недалеко, здесь два шага. В таком случае, пригласите меня на чай. Ну хорошо, не пропадать же вашему тортику. Садитесь.
Держите. Поехали. Впрочем, я решил, что не очень быть скучно. За год подтянулся по всем предметам и, внимание, закончил школу с 1/4. Это реально? Конечно, реально, если ставишь цель. Заметь, у нас не было ни компьютера, ни интернета, ни планшетов. А у меня и так нету никакого планшета. Ну, это несправедливо. Когда у тебя день рождения? Владимир, ну какая разница? Через неделю. Отлично. Я подарю тебе самый крутой планшет. Твои одноклассники от зависти полумирают. Я категорически против. Ну, ма, мне и так в новом классе считают никем. А с планшетом я бы нашел себе новых друзей. Нельзя пользоваться добротой чужого человека. И вообще, настоящим друзьям им все равно, есть у тебя планшет и насколько он крутой. Ну, вообще-то, все правильно. Я сама куплю Димке планшет. И это не обсуждается. Так. Ну-ка, быстро чистить зубы и в кровать. Ну, вообще-то уже поздно. Мама права. Не горюй, мы придумаем что-нибудь такое, чтобы заткнуть за пояс твоих врагов. Будь здоров. Спокойной ночи, дядя Володя. Действительно, пора. Чудесный вечер. У вас очень уютный дом и прекрасный сын. Ну, дом не мой, а сын большой манипулятор. Замечательный пацан. Поверьте, я разбираюсь в детях. Вы позволите навестить вас еще раз? Но если вы не будете соблазнять моего сына подарками, то пожалуйста. Насчет сына понял. Вас можно соблазнять? Позвольте поцеловать вас. По-дружески. Ну, если только по-дружески. Птичка и попалась. Пошли. А что у нас тут такое? Смотри, Татьяна, видела? Шпионское оборудование. Может, рассказать ему про таблетки? Расскажи. Алло, Элла? Подойдите, пожалуйста, в 135 номер. Что бы ты ни сказала, тебе лучше помолчать. Все, что ты скажешь, может быть явно против тебя. Что здесь происходит? Да вот, наша горничная Карина решила установить эту милую веб-камеру прямо напротив кровати клиента. Интересно, зачем? Что она здесь делает? Таня свидетель.
Я установил дополнительную веб-камеру на улице, а она помогла мне за этим проследить. Сережа, а ты уверен, что она хотела поставить эту камеру, а не нашла ее здесь? Я уверен. Отлично. Хозяин в курсе твоей инициативы? Понятно. Снимай свои камеры, а я разберусь здесь сама. Все, вы свободны. Кто там? Доброе утро. Как себя чувствуете? Голова болит. Принести вам болеутоляющую таблетку? Или вызвать врача? Сядь. Ты сказала, что эти таблетки нельзя пить с алкоголем. Я выпила вчера всю упаковку. И что? Я же должна была. Я поменяла таблетки. Знала, что вы меня не послушаетесь. Вам надо как-то разрешить эту ситуацию. Как? Интересно мое мнение? Интересно. Собирайте чемодан. И езжайте туда, где ничего не будет напоминать вам о вашем муже. Только перед этим не забудьте выбросить все таблетки. Сообщите мужу о том, что вы разводитесь без объяснения причин. И летите туда, где вы будете счастливы. Спасибо. Здравствуйте. Роман Евгеньевич, разрешите? Да, конечно. Хочу показать вам запись с одной из наших камер. А что там? Я думаю, вам будет интересно. Ну, давай посмотрим. Откуда эта горничная появилась? По чьей рекомендации? Я обязательно выясню и доложу. Выясни, пожалуйста. И еще. Разоблачить шпионку нам помогла наша сотрудница. Кто? Татьяна Коваленко. Тебе не кажется странным, что в последнее время мы часто слышим эту фамилию? Коваленко, Коваленко? Нет, я уверен в том, что Таня хороший и порядочный человек. Более того, она мне рассказала о попытке привлечь ее к подобного рода работе, тем самым очень помогла. А ты думал, что и кого тебе жулика пришлет? Сейчас действует тонко, он присылает человека, на которого даже не подумаешь. Ладно, ты это никому не рассказывай, я с Коваленко сам поговорю. Да, Сергей, хотел вам сказать, что вы очень хорошо работаете. Спасибо. Вы не можете спорить с гостями. Пусть это не повторится. Вы я вас поняла. Алла, а где Карина? Карина? Выставлен на пол. Ты что, с ума сошла? Она мне нужна, ее нужно допросить. Цели, задачи, кто заказчик, ты что, не понимаешь? Слушай, я как-то не подумала, прости меня. Хорошо, мне нужны ее координаты. Пропало ее личное дело. У меня из кабинета. Что значит пропало? У тебя что, там проходной двор? Нет, ну почему проходной? Как это вообще могло произойти? Кто имел туда доступ? Не знаю. Старшая горничная. Таня? Ну, больше некому. Я боялся, что ты не придешь. Почему? Не знаю. Все слова забыл. Ну, хоть что-то помнишь? Что-то помню. Помню, как ты пришла в первый класс. Помню твои большие глаза.
свои банты. И все пропал. Это не смешно. Я серьезно. Такое ощущение, что это было вчера. И ты никогда не была замужем. И я не переставал тебя любить. Славка, ты единственный, кто есть у меня в этом городе. Да и вообще. Скажи одно. Есть у нас шанс, чтобы быть вместе?